Мы находимся в таком распределительном пункте гуманитарной помощи. Здесь буквально все от одежды до боевых дронов, сбрасывателей, инвалидных колясок. И все это уже буквально через пару часов будет загружено в фуру. И вместе с гуманитарщиками груз отправится в Луганскую Народную Республику. Атмосфера достаточно тяжелая, напряженная. Жены мобилизованных бойцов прямо сейчас звонят гуманитарщикам, хотят удостовериться в том, что именно их посылка дойдет до нужного адресата. О сборе гуманитарного груза Ивановский народный фронт объявил практически с самого начала военной операции. И если раньше собирали все подряд, то сейчас добровольцы формируют адресные посылки. Главное, как считает ВУНФ, это прямая передача из рук в руки. Поэтому участникам экспедиции нередко приходится проезжать мимо боевых позиций. У нас очень большой объем еды, который мы везем беженцам под Солидар. Поэтому достаточно сложная длинная миссия, где-то в районе недели, может быть, полторы, исходя из ситуации там. Потому что нам надо посетить и передовую, возможно, мы и в сам Солидар попадем, потому что там нас на самом деле сейчас очень, очень трудно с едой. И вот каждому бойцу, вот каждая посылочка, она будет доставлена. Вот такая вот у нас задача. Вот эти печки-буржуйки студенты Кинешемского политеха сварили сами. Первый груз ребята отправили еще весной прошлого года. Студенты нашей группы сварщиков сварили две печки-буржуйки, поскольку это действительно сейчас очень необходимо. Ну и также мы собрали влажные салфетки по просьбе, наколенники, ну и, естественно, продукты питания, какие-то аптечки, то есть вот все, что у них там особенно как бы необходимо. Про группу помощи военнослужащим 98-й дивизии мы уже рассказывали в нашей программе. Сейчас она насчитывает больше 10 тысяч человек. Жены и матери бойцов собирают именные посылки, плетут маскировочные сети. У нас получилось более 67 коробок. В них были и теплые вещи, и обувь, и перчатки, салфетки влажные. Люди передавали свои письма, весточки своим родственникам. Также мы организовали сбор на тепловизионный прицел для этих ребят. И активно в этом сборе участвовали именно родственники этих ребят. Что бы они там делали, Наташа? Что бы делали? Что бы они там делали? Мы бы туда ринулись, все равно бы помогали. Всего в эту экспедицию удалось собрать около 15 тонн груза. От области в ЛНР отправилась группа из 6 человек. На месте развозить посылки помогут гуманитарные отряды. Между тем, сбор вещей на предстоящие поездки не прекращается. Сейчас у нас марафон работает, стартовал он 23 числа. Марафон «Все для победы». Мы сейчас собираем помощь нашим ребятам на 23 февраля, на приуроченный этот марафон к Дню защитника Отечества. Денис Воробьев, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».